Ростовская область вошла в четверку регионов-лидеров по событийному туризму. В топ-200 национального календаря вошли 5 донских событий. Шолоховская весна, кружилинские толоки, этнопраздник «Конь казаку всего дороже», зонтичное утро в Таганроге и кинофестиваль «Bridge of Arts». Здравствуйте, в студии Анна Туполева. Повестка дня на Дону. Газопровод к хутору Октябрьскому придет раньше на полгода. Губернатор ускорил процесс на приеме граждан в полпредстве. С января 17-го начинаем финансировать проектно-сметную документацию. Ну и заканчиваем в августе, ну, добавлять примерно в середине 18-го года мы закончим. Атаманский дворец остался за Старочеркасским музеем. Апелляцию епархии суд отклонил. Вот это важное событие случилось. Но это не отменяет того, что имеет право та сторона все-таки подать кассацию уже в Краснодар. Один строится, несколько ломаются. Жильцы домов на Красноармейской замечают, как растут трещины из-за слишком близкой стройки. Блоки лопаются из-за того, что были произведены работы по вбиванию свая. В дальнейшем это представляет серьезную угрозу для жизни всех проживающих в этом доме. Много проиграли, но выиграли еще больше. Баскетболистки Ростов-Дона обменялись ударами со Спартой. Мы идем на втором, они как бы в конце таблицы, поэтому, наверное, было, вот, ну, действительно был недонастрой какой-то. И в итоге даже не смогли собраться. В Ростове, как в Великом Устюге, самый настоящий Дед Мороз устроил праздник в парке. Ну, елка, просто диво, как нарядно, как красиво. Ветвы слабо шелестят, бусы яркие блестят. Владимир Устинов и Василий Голубев провели сегодня в полпредстве прием граждан. Приехали в донскую столицу и все главы субъектов ЮФО. Рассмотрели по вопросу от каждого региона. В Адыгее это строительство водопроводных сетей, в Калмыкии получение участка многодетной семьей, в Симферополе ремонт дороги, ну а в Ростовской области нужен газопровод. Жительница Родионова-Несвитайского района Ирина Руденко обратилась с просьбой провести газ в хутор Октябрьский. Голубого топлива ждут более 200 домов. А с учетом мнения Василия Юрьевича, они обещают вам газификацию до 30 декабря 2018 года. Значит, сдвинуться на полгода и пустить газ уже в июле. Такое решение предложил губернатор. Ускориться получится, сократив время изготовления проектно-сметной документации. На газификацию хутора предусмотрено около 40 миллионов рублей. Деньги на ПСД заложены. Мы с января 17-го начинаем финансировать проектно-сметную документацию. Но заканчиваем в августе, ну, добавлять примерно в середине 2018 года мы закончим. После приема на заседании совета при полпреде главы субъектов обсудили состояние дорог в округе. В следующем году стартуют подготовительные работы по строительству обхода Аксая. А строить трассу в 60 километров начнут через год. Выполнение проекта важно, с одной стороны, конечно, для развития ростовской агломерации, но оно сверхактуально с учетом ежегодной тенденции роста транспортного потока Крыма и Кубани. Это 60 в целом километров дороги. Ну а первый этап строительства южного подъезда к Ростову со стороны Батайска завершится в мае 2018-го. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, на Дону. Атаманский дворец остался за Старочеркасским музеем. Сегодня суд отклонил апелляцию Донской епархии. Напомню, по распоряжению областного министерства имущества Донской епархии должны были отойти музейные объекты 18 века. Атаманский дворец, кухня Степана Ефремова, фундаменты каретной и монастырская гостиница. Но это решение руководство музея и общество охраны памятников обжаловали в арбитражном суде. И суд оставил объекты за музеем. Тогда и подала апелляцию епархия, и вот получила отказ. Вот это важное событие случилось. Но это не отменяет того, что имеет право та сторона все-таки подать кассацию уже в Краснодар. Так что еще вот в течение 2 месяцев, если такое решение они для себя примут, противная сторона, то, значит, спустя 2 месяца будет, видимо, еще одно рассмотрение в Краснодаре. А может быть, это все закончится вот тем решением, которое мы сегодня услышали. Единственный из 4 объектов, по которому Старочеркасский музей не протестовал, бывшая монастырская гостиница. Она станет собственностью епархии после того, как будет построено здание для фондов музея.
Мыши идут на север. Сейчас именно в этой части Ростовской области отмечается активность вредителя. В восточных и южных районах бороться с грызунами аграриям помогла погода. Растаял снег, прошли дожди, и мыши естественным образом вымокли и погибли. Погодные условия и те мероприятия, которые были применены, обработано более 500 тысяч гектаров, приводят сейчас постепенно к снижению численности. Особую активность мышей специалисты отмечают в Чертковском районе. Обследование полей и борьбу с вредителями там остановил выпавший снег. Беспокойство вызывают и другие северные районы, приграничные с Украиной. Там зафиксированы очаги размножения курганчиковой мыши, которая не поедает отравленное зерно сразу, а складывает в запасы. Поэтому ее и сложно уничтожить. Как сохранить и приумножить деньги, оформить ипотеку, взять кредит? Газета «Молот» совместно с пресс-центром «Донмедиа» запустила новый проект «Тренды». К дискуссиям на экономические темы по четвергам будут приглашать представителей банков, страховых, строительных, медицинских компаний, турбизнеса, торговых сетей и других сфер. На первый круглый стол гостей созвали уже сегодня. Обсудили тенденции на банковском рынке. Аналитический материал по итогам встречи можно будет найти в деловом номере газеты «Молот» во вторник. Ростов-на-Дону. Сегодня абсолютно все ростовские трамваи со всех маршрутов загнали в депо. Диспетчерская служба пояснила, что из-за долгов приостановлена подача электричества. По сложившейся ситуации глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Васильевич Кушнарев поручил заместителю главы администрации Евгения Николаевича Лебедева принять оперативные меры для решения проблемы электротранспорта в Ростове. Сейчас ведется работа по разбирательству, выяснению обстоятельств и определению все-таки, кто виновен в этой ситуации. Глава взял решение вопроса на личный контроль, ведется оперативный мониторинг. В ростовском дворе по Красноармейской строится новая высотка в 27 этажей и угрожает старой четырехэтажной. По крайней мере, в этом уверены жильцы, замечая, стройка так близка к их дому, что тот трескается и разваливается. Дом 202А по Красноармейской стоит на блочном фундаменте уже шестой десяток лет, а рассчитан на 50. А тут еще и новая стройка сокращает срок годности четырехэтажки. Первый этап строительных работ. Старый дом все-таки пережил, но стал, по мнению жильцов, аварийным. Первые трещины появились снаружи здания и уже опустились в подвал. Лопаются бетонные блоки. Комиссия поставила маяки и следит за их движением. Но застройщик планирует углубиться, и как отреагирует дом на проведение новых работ, неизвестно. Опытный строитель Виктор Поляков всерьез боится обрушения, ведь технологии 60-х годов не были рассчитаны на такое близкое соседство домов. Дом не имеет ленточного фундамента достаточного для того, чтобы держать фундаментные блоки. Блоки лопаются из-за того, что были произведены работы по вбиванию сваев. В дальнейшем это представляет серьезную угрозу для жизни всех проживающих в этом доме. Я боюсь, потому что когда вот тут однажды так гахнуло, у меня затрясли стены, я выбежала и не могу понять, что происходит. Ну а вот как, вот что нам делать? У новой высотки только забили сваи, а квартира Дениса Ерина на верхнем этаже уже рискует развалиться надвое. Здесь дом трясся, как будто бы землетрясение было. Соответствующим образом, естественно, все это дует. Можете себе представить, что происходит при температуре хотя бы минус 10 градусов. Как сказали эксперты, дом может просто раскрыться половина на Красноармейскую, половина на Горького. Ну и будет как бы очень плачевный результат от этого. Соседний 204-й дом моложе 202-го на десяток лет. На появление соседа тоже реагируют разломами. Маячки эксперты поставили только в начале ноября, да и то на тонкие нитевидные трещины. Поставили маячки, причем поставили на трещины, которые не такого размера, как, например, вот это. На эту не поставили. Вот она, трещина какая идет. А на эту поставили. Но даже здесь видно, как происходит смещение. Многократные обращения в администрацию Кировского района и к городским властям заканчивались отписками. Нарушений при выдаче разрешения на строительство не обнаружено. А подрядчик уверяет, в трещинах виноват не он. Могу сказать, что проводили обследование на домок. Трещины на доме есть. Много проблем по эксплуатации ихнего дома. Дом эксплуатируется неправильно. Управляющая компания не следит за состоянием дома.
Но на руках у жильцов четырехэтажки заключение экспертов. Разрешение выдано с рядом грубых нарушений. То, что было проведено при получении разрешения на строительство, не учитывало непосредственную близость жилого фонда. Более того, самое основное, не было учтено по заключению эксперта, как он установил, не было учтено состояние того жилого дома. По словам адвоката, подтверждение этих данных в ходе судебного разбирательства будет весомым аргументом для приостановки строительных работ. Документы в суд уже поданы. Олеся Слонько, Сергей Вишняков, на Дону. Сегодня настоящий день рождения Ростова-на-Дону. Место под будущий город приметил еще Петр I во время азовских походов. А воплотила задуманное его дочь императрицы Елизавета 15 декабря 1749 года, основав Темирницкую таможню. Война с Турцией закончилась, и возникла необходимость наладить торговые отношения. Именно поэтому на Дону создают таможню для сбора пошлин. Кто знал, что уже в начале 20 века крепость станет одним из крупнейших торговых и промышленных городов России и будет получать самые лестные отзывы от зарубежных гостей, такие как русский Чикаго. А еще азовский Ливерпуль, русский американец, город-купец и просто окрепший русский мужик. Но это было потом, а изначально в крепости поселились 186 человек. 10 лет спустя императрица решает возвести военную крепость, на тот момент передовую, в форме девятиконечной звезды. Так для гарнизона не было слепых мест, а возле крепости расположились две слободы – солдатская и доломановская. От Доломановского до Соборного – это как раз-таки Доломановская слобода. Там, в частности, жили семьи казаков-доломанов, переведенных из упраздненной Азовской крепости. И солдатская слобода от Соборного до Большого проспекта, ныне проспект Ворошиловский. Вот это и есть самый-самый старый, самый интересный, пожалуй, красивый Ростов, да? Но это еще не город, а предместье крепости. Только в 1790-м появляется Ростовский уезд Новороссийской губернии, а в 1811-м Ростов приобретает приставку на Дону, чтобы не путать с Ростовом из Центральной России. Крепость постепенно сливается с городом. А в 1879 году возглавить общество пароходства и торговли приезжает барон Николай Врангель. И вот его первые впечатления. Даже на главной улице можно было увидеть покрытые соломой крыши. Подразумевается улица Московская, она была до Садовой как раз таки главной. Выходить на темные улицы по вечерам было небезопасно. Но спустя 2 десятилетия были проведены водопровод и канализация, проложены трамвайные рельсы, а в столицу еще ездили на лошадях. Соломенные крыши сменили дворцы, а ростовец среднего достатка жил по современным меркам в роскоши. Рояли, например, приобретали, даже не умея играть. Тут и гарнеровский фарфор, там, который можно было приобрести, например, в торговом доме Великанова. У него все для кухни, специализированный супермаркет. Ну а в ростовчан ростовцы переименовались после революции. Олеся Слонько, Станислав Фоменко, на Дону. Детский праздник с участием Деда Мороза звучит вполне привычно, если не знать, что Дед Мороз настоящий. Тот самый из Великого Устюга, которому вся страна пишет письма с надеждами и желаниями. Волшебник приехал в Ростов на несколько дней и сегодня провел концерт в ростовском парке Горького. Огни на главной елке города он не зажег. День же на дворе. Но старт новогодним гуляниям дал. На площади от мала до велика вера в Деда Мороза с возрастом не пропадает. Просто немного тускнеет. Были такие случаи, которые подрывали веру в Деда Мороза, потому что мне доводилось работать аниматором. И на Новый год я была Снегурочкой. И когда я увидела ненастоящую бороду, мне стало очень грустно. Я думаю, что Дед Мороз есть у всех, кто его желает. Из Великого Устюга Мороз приехал не на тройке лошадей, а в обычном фургоне. Волшебники – люди рациональные, пользуются современными изобретениями. Но новогодней ночи это не касается. Уж там только традиционные средства, как рассказал нам дедушка на пресс-конференции. Я в новогоднюю ночь развиваю просто сказочно быструю скорость. А мальчик говорит, что когда я отвечаю на подобный вопрос, не верит, говорит, ну все-таки надо как-то вот... Маме говорит, есть же сейчас система наблюдения, сигнализации, капканы, в конце концов, что хоть как-то его можно остановить? Нет. Иначе, если хотя бы на минуту в одной семье задержусь новогоднюю ночь, кто-то может остаться без подарка. Успеть поздравить нужно около 150 миллионов внуков и внучек. Трехлетний Егор, например, мечтает о подъемном кране и знает, что делать для получения игрушки. Рассказываем, что у Деда Мороза есть внучка Снегурочка. Что Дед Мороз приходит кто как послушным детям, да? Вот, да.
А чтобы в послушности сомнений не возникало, ростовские малыши тоже приготовили Деду Морозу подарки – песни и стихи. Ну, елка просто диво, как нарядно, как красиво. Ветвы слабошие листят, бусы яркие блестят. Дед Мороз приехал в Ростов с важной миссией. За два дня поздравил детей в больницах и детских домах, а также исполнил желания ребят, которые написали ему Великий Устюг самые трогательные письма. И сегодня отправится путешествовать дальше по стране. Мы желаем Деду Морозу счастья, здоровья, и чтобы все его желания тоже исполнялись. Юлия Карасюк, Александр Чалый, на Дону. Баскетбольный Ростов-Дон ЮФУ вернул должок дерзкой подмосковной молодежи команде «Спарта НК» из Видного. В первой встрече ростовчанкам не удались первая и последняя четверть, и как итог поражение 70-85. Но в следующей игре сценарий удалось изменить. Старт полностью за Ростов-Доном. Результативны в атаках, хороши и под своим щитом. Единственное, из-за чересчур большого желания увеличить разницу в счете, периодически фалим в нападении. Но на расклад сил это не влияет. После первой половины двукратное преимущество. Они как бы в конце таблицы, поэтому, наверное, было, вот, ну, действительно был недонастрой какой-то. И в итоге даже не смогли собраться, хоть после половины вроде бы должны были... Ну, мы более опытные и должны были собраться. Полностью наша вина, что мы не собрались. Но сегодня, глядя на счет, вроде как бы все обдумали, переспали с этой мыслью и собрались, и вышли, и сделали то, что мы должны были делать вчера и, в принципе, каждую игру. В третьей четверти «Спарта» попыталась вернуться в игру. Девушки стали действовать более раскрепощенно и не дали хозяйкам увеличить разницу в счете. Кто-то успокоился. Я думаю, и мы где-то успокоились, и соперники, ну, может быть, не дорасслабились, но все равно играла вся команда, играла и скамейка, и поэтому была полноценная игра, которая переросла, грубо говоря, не то, что, может быть, более качественный баскетбол, а, ну, скорее всего, все пошло более легко, что ли. В честь подопечных Андрея Бабичева хозяйки паркета не позволяли себе расслабиться, благодаря чему сохранили комфортное преимущество. Самой результативной в нашей команде стала Яна Котова с 15 очками, а лучшим снайпером из-за трехочковой дуги – Анастасия Максимова. 4 ее броска из 5 достигли цели. Девчонки уже чуть подустали, я думаю, что функционально не так сказывается, а именно морально. Поэтому постараемся завтра провести тренировку восстановительную, а послезавтра предыгровую и будем готовиться на последний тур. Итог 79-59. 10-я наша победа в нынешнем сезоне. Уже 17 декабря ростовчанки в последнем туре этого года примут самарский «Политех». Команду, которая стремится сместить Ростов-Дон ЮФУ со второго места в таблице. Лев Клинов, Андрей Бортников, на Дону. Новый формат работы на рынке недвижимости. Впервые в Ростове строительная компания «Югстройинвест» подготовила уникальное предложение для клиентов и организовала ипотечную субботу. В этот день можно купить квартиру в строящемся микрорайоне Красный Аксай на выгодных условиях и получить консультацию по ипотеке от ведущих банков страны. Здравствуйте. Добро пожаловать. Вы в отдел продаж? Гостей в офисе компании «Югстройинвест» встречает Снегурочка с множеством приятных сюрпризов. Здесь можно получить подробную консультацию от каждого из 7 ведущих банков страны и выбрать лучшие условия сделки быстро и без лишней суеты. Забота о клиенте, уверены в компании, начинается с индивидуального подхода, подробных консультаций и выгодных условий. Жилье в микрорайоне Красный Аксай можно приобрести как по полной оплате с хорошей скидкой, так и воспользоваться беспроцентной рассрочкой до окончания строительства дома. Квартиру можно приобрести, воспользовавшись ипотечными денежными средствами на специальных выгодных условиях. А для удобства наших клиентов мы проводим подобные ипотечные субботы, где люди могут получить подробные консультации от ведущих банков России в офисе «Югстройинвест». Уникальное предложение от застройщика нового микрорайона «Красный Аксай» приняли на ура. Уже с утра в офисе компании «Аншлаг». Пришли сегодня на мероприятие, так как знали, что здесь будут представители ведущих банков. Это очень удобно, не нужно ездить в разные банки. Вот. Нас проконсультировали, была возможность оставить сразу заявку. Кроме того, клиенты могут детально изучить все подробности сделки без предварительной записи, очередей и бумажной волокиты.
Эта заявка уже сразу, то есть заводится на сайте банка, то есть на следующий день уже будет принято решение. То есть дополнительных действий, то есть уже производить клиенту не нужно. Он сразу сообщает о себе, то есть сообщает о своих доходах. Семья Лубяновых заранее забронировала квартиру, а в выходной все вместе пришли проконсультироваться по ипотеке. Уже через год планируют расширяться, переехать из однушки в трешку. Пока глава семьи подает заявку, мама с ребенком представляют, как будут играть на детской площадке у дома. Квартиры нам понравились, все увидели, стройка идет полным ходом. Решили, что нужно сейчас брать, потому что неизвестно, когда ипотеку отменят после Нового года или нет. Решили, что нужно действовать именно сейчас. Первые два дома и детсад сдадут уже через год. Покупатели привлекают уютные квартиры с чистовой отделкой и удобное расположение микрорайона. И к центру близко, и вид живописный – на Дон. К тому же развитая инфраструктура. Вместе с домами вырастут школа, детские сады, игровые площадки, магазины и даже фитнес-клуб с бассейном. А для клиентов и еще одна хорошая новость. До конца года ипотечными станут субботы 17 и 24 декабря. Ксения Николаева, Станислав Фоменко, на Дону. Новый Mercedes-Benz Center в Донской столице открыт. Компания «Ключавто», крупнейший автохолдинг Юга России, отметила юбилей. Ровно 15 лет назад был открыт ее первый дилерский центр. Сегодня, в этот день, юбилейный день, мы открываем 10-го дилера по марке Mercedes-Benz в компании SBSV «Ключавто». Для компании Mercedes-Benz это очень важный день. Это наш самый давний партнер, очень хороший, самый, я бы сказал, лучший дилер по России на юге. Удобное расположение в западном микрорайоне Ростова, эксклюзивный дизайн центра – все ради того, чтобы клиентам хотелось приезжать как можно чаще. Покупка автомобиля – это настоящий торжественный ритуал. Вручают новенький Mercedes в специально отведенном зале. Клиент Mercedes – это особый клиент, который привык уже к особому расположению, комфорту. И вот это все, что сегодня вы видите, мы хотим вам предоставить нашим дорогим клиентам. Друзья, это свершилось! Новый центр в современном архитектурном стиле ждет гостей на Малиновского. А для гостей праздника выступил финалист шоу «Голос» Вадим Капустин. Нина Данцева, Сергей Вишняков, на Дону. На сегодня это все новости. В студии была Анна Туполева. До встречи.